Гимнастка Анастасия Артамонова на этих городских соревнованиях выступает не в качестве участника, а в роли арбитра. Выйти на помост самой помешала травма локтя, которую необходимо долечить. Да и совсем недавно она победила на турнире другого уровня. В составе сборной ПФО спортсменка стала чемпионкой России в многоборье. Лишь немного команда опередила по оценкам соперниц из Москвы, где выступала олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова. Волнительно было насчет Москвы. Мы знали, что мы уже в тройке будем. Было волнительно очень Москвы. Там сотые, тысячные мы выиграли. Было прям волнительно очень. Только на пьедестале мы поняли, что мы первые. Вот. И мы очень были рады этому. Чтобы повторить путь Анастасии, юные гимнасты сражались на городском турнире. В борьбу вступили 125 юношей и девушек. Соревновались в трех возрастных группах – от ребят 5-6 лет до тех, кто уже метит в мастера спорта. По итогам этого старта определялся состав участников областных соревнований. У нас уровень всегда высокий городских и тем более областных. У нас всегда есть на областных соревнованиях конкуренция, но прежде чем на область выставить, каждая школа проводит отбор внутри школы. Это как раз городские соревнования. Мы выявляем сильнейших гимнастов, потом выставляем 18 человек от каждой школы на первенство области. Пока эти юные спортсмены поднимаются на городской пьедестал почета, но все они настроены покорить и всероссийские соревнования. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.